Здравствуйте, уважаемые пользователи интернета. Это канал Bang & Olufsen Rus, и меня зовут Илья. Сегодня я хочу рассказать о новой удивительной, компактной и гибкой по размещению колонке для дома и офиса от компании Bang & Olufsen под названием Beoplay S3. Скоро она появится в России, и я решил сделать для вас небольшой обзор. Ну что, пожалуй, начнем. А я напоминаю, скидки всем подписчикам в салоне города Москвы, Смоленская улица, дом 3, Крокус Сити Бутик 69, в новом салоне Ленинский проспект, дом 12 и в Питере Суворовский проспект, дом 22. Ждем вас! Перед вами универсальная акустическая Bluetooth-колонка Beoplay S3. Она изготовлена для дома, офиса и других помещений, где вы хотите удовлетворять свои музыкальные потребности. Вы ее можете установить на кухне, в рабочем кабинете, рядом с компьютером или на прикроватной тумбочке, и она создаст прекрасную атмосферу. И по заявлению производителя, мощность можно увеличить, добавив до 4 S3 в одной системе. Их можно соединять как проводным, так и беспроводным способом. Собрав 4 акустические системы, можно озвучить небольшую вечеринку. Изготовлена она из жесткого полимера, обеспечивающая оптимальную акустическую стабильность и исключая возникновение каких-либо вибраций. Bluetooth 4.0 гарантирует высококачественное потоковое воспроизведение звука, а также простое и удобное подключение и воспроизведение со всех устройств Bluetooth. Внешний вид можно менять в зависимости от вашего настроения, времени года и интерьера. Конструкция колонки позволяет менять цвет акустики. У нас появилась информация, что будет выпускаться, кроме черного и белого цвета, еще и интересные цвета. Вот вам фото для оценки данных из цветовых решений. Дизайн этому продукту подарил уже известный нам Якоб Вагнер. Он уже был удостоен наградами за известные нам уже наушники Beoplay H6 и Beoplay H3. Источником вдохновения при создании этой формы, да, для Beoplay S3 послужили два предмета – 12-гранник, геометрическая фигура с 12 пятиугольными гранями, и теннисный мяч, имеющие две одинаковые стороны, плавно перетекающие в друг друга. Якоб сделал срез по двум граням и деформировал 12-гранник. Разделил его на две части непрерывной линии, где одна является часть корпусом Beoplay S3, а другая является его сменной сеткой. И поговорим немного о технических характеристиках Beoplay S3. Внутри этого видоизмененного 12-гранника установлено два усилителя класса D. 35 Вт для низких частот и 35 для высоких частот, что в сумме составит 70 Вт. Это сопоставимо с мощностью известного нам Beolit 15. Эффективный частотный диапазон составит от 40 до 2 до 20 000 Гц. Подключить эту колонку можно к электропитанию сети 110 Вольт и 240 Вольт с частотой 50 и 60 Гц. Что очень хорошо, так как это дает нам возможность пользоваться акустикой не только в России, но и взять ее с собой в путешествие в другую страну. На корпусе имеется 3 кнопки, одна самая большая Bluetooth и 2 для регулировки громкости. Bluetooth Beoplay S3, как я уже и говорил, поддерживает 4.0 декодирование APTX ACC и APTX LL. Это более продвинутое декодирование с минимальной задержкой звука. Чтобы было понятнее, то это беспроводное соединение стало по характеристикам схоже с проводным, если, конечно, источник это поддерживает. Это, я считаю, новость хорошая для тех, кто хочет себе купить хорошую вещь с потенциалом на будущее.
Bluetooth колонка Viaplay S3 имеет разъемы. Один линейный вход 3,5 мини-джек, один линейный выход 3,5 мини-джек, разъем для подключения питания, ну куда же без него, 220 и 110 вольт, как говорилось ранее. Один микро-USB, скорее всего, для подключения к компьютеру и передачи звука. Но как на самом деле будет работать этот разъем, мы рассмотрим в другом обзоре, когда Viaplay 3 S3 появится у нас. Ставьте палец вверх, если хотите больше узнать об этой акустике и о других продуктах Bang & Olufsen. На этом я и буду заканчивать свой вводный обзор на эту новую красивую акустическую Bluetooth-колонку. Ждем, когда она у нас появится, и мы ее сможем послушать, потрогать и насладиться новыми функциями от компании Bang & Olufsen. А я напоминаю, это канал Bang & Olufsen Rus, меня зовут Илья. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось или было полезно это видео. Пишите комментарии, вопросы, обязательно отвечу. Не забывайте подписываться на канал, на Facebook и на Instagram. Всем большое спасибо за уделенное внимание и до скорых встреч. Пока!